Давайте так, я сейчас вам просто не буду говорить, какая у меня роль, и может скажу. Если что-то а выйдет. А зачем? А, то есть, если на сцену, то ты скажешь, если не выпадет. Ой, то есть, если ты не скажешь, то ты мёртв. Не, я ничего не говорю, все, ладно. Что будет, то будет. Не, ну хотелось бы сейчас поубивать. А если я вот кого-то убью и кто-то увидит, то меня могут сдать? Ну, если ты кого-то убьешь, то ты должен до конца. Ты можешь прятать просто в карман, как сказать. Труп? Труп в карман. Попросите кого-то выйти из игры. Ну, чё? На сервере. Yes. Так, что-то котик очень подозрительный. Уйди. Почему это я подозрительный? Уйди. Ну, 10 из 10, 12 из 10. Так. О, я зашел. Тихо, за мной. Ебой. За мной я зашел. Белый большой котяра идет. А! Понимаю. Тихо. Двери можно закрыть? Ну, по крайней мере. Нет. А, божечки. А там есть типа стенки, не типа не снимают. Божечки, ты всех там режешь, да? Или это не в смысле, так? Как я могу, да, я за тобой бегать? Да сзади тебя труп. Да уйди, не мешай. Кто-то за нами шел. Нет, ты шел, и возле тебя труп. Все, капец, не бой, а? Я ухожу. Я не знаю кто, но кто-то нас тут подсекает. Я к тебе зашел, Буб. Ага, хорошо. Хорошо. Так, сейчас понаблюдаем. Сейчас скажу, кто это. А! Вижу! Вижу убийцу! Ой, загу... Кто это? А куда тут бежать? Куда тут бежать? XPVM. Блин, я аж почувствовал этот нож. Не, ну трындец, я так убегал. Я думал, что это котяра вот этот большой. Просто там так совпало, что он бежал, и сзади него труп, когда я посмотрел. Оцени скин. Вот я. А вот этот? Да. Прикольненький. Фиолетовый. Не, ну я против вас какой-то очень простенький. А, блин, дайте мне вот этого мурдера. Гу-гу, привет. Уйди. Привет. Ты какой... Подожди еще 5 секундочек, пожалуйста. Ты какой-то стрёмный, уйди. 2. Все. Иди сюда. Да не-не-не, стоп. О, пацаны, даров. Воробушек, защищай меня. Все друг за другом бегают. Да уйдите! Я боюсь. А где Гу? Куда Гу вдёшь? Меня нету. Блин, а тут нельзя на коленке стать. Ворон! Меня звать. А может это Гу, а? А может это я, всё, вам а капец. Если иди сюда. А если кто-то, кого-то из нас убили, то нам говорит... Кого-то зарезали! Тихо, кого-то только что зарезали. Оп, стоп. А если кто-то из нас убил друг друга, а нам не говори, кто-то не, давайте не говорить, так интереснее будет. Окей. Элита Хурмич, понимаю. Я понял, так, уходим. Ну, забей. Фу, донатер, фу. А кто это? Хурмич, я увидел, он на випке был. Да. Ай! Блин, у меня в глазах потемнело. Так, там зеленая девка такая. Зеленая тварь? У тебя... Зеленая. Вот пистолет. Сейчас скажу, где. Я за юзернеймом наблюдаю. Все. Так что ты не сказал мне, что она здесь? Капец, она вас как свиньи порезала. С одного удара. Ого. Не, у нее тоже прикольный скин. Знаете, что я понял? Мне нужно скин менять. А давайте не банк. Просто вы знаете там эти места, а я вот тут сюда пойду. Давай. Другой надену. Сейчас я сам посмотрю. Просто вы карту знаете, вам будет проще играть. А я не знаю, пускай... У тебя, кстати, самый большой шанс стать мёртвым. 80. У Гуфа. У меня сейчас? Да. Не, ну это будет круто. Это будет круто, если я стану. А, я знаю эту карту. Тут почти везде тупики. Так, Гуф замолчал резко. В смысле замолчал? Гуф-гуф ищет, куда спрятаться, гуф-гуф замолчал. Гуф-убийца, ясно. Ясно, понятно. Да, все спалился. Да, спалился. Не, да, я спалился, привет. Ребята. Ай. Что-то за мной никто не бегает даже. О, монетки. А на что монетки можно потратить вообще? А потом ты можешь купить. Все. Гуф-гуф, посмотри назад. Скины мои. Уйди, не мешай. О, я знаю эту топовую нычку. Сейчас спрячемся. Опа, Гуф, привет. Уйди. Я сзади тебя. Уйди. Чё, куда ты так, зачем? Сзади. Это Гуф-Гуф. Не, это не Гуф-Гуф. Это Гуф-Гуф. Он за мной бежит. Ля, какой же. Я же знал, кто это был. Курица, иди сюда, ты меня убила в прошлой катке. Я,
Я же знал, что это ты был. Ну почему от тебя пошел? Зачем? А! Я знал, что это ты был. Меня убили, серьезно? Да. Подлюк. А я же говорил, что у тебя больше всего шансов сейчас стать. Ладно. Не, ну прикольно, прикольно. Давайте еще. Нуб, вообще. Нуб, боже, ну. Не, ну прикольно. Тут, я так понял, один шериф, да? Надо шерифа сначала вынести, а потом вас. А ты когда убьешь шерифа, просто не дай никому подобрать вот этот вот. А, пушку. Да, и ты, когда время выйдет, ты выиграешь. Ну, спасибо. Не, режим интересненький, но если играть вот так вот с подписчиками. А просто самому это не очень будет. Ходячая Фудзияма. Ну все. Самое главное вначале не молчать. Если выпадает вот этот мурдер, сразу надо болтать. Короче, так, я сейчас... Да, вот, вот так ты должен, типа, говорить всегда обычно. Я сейчас беру газету, открываю и буду что-то зачитывать. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла. Гуф, кажись, шериф. Опять, смотри, как заговорил резко. Тихо, уйди. Ой, наоборот, опять замачал. Шрамик. Ай, куда бежать? Не может же быть такое, не может быть. Опа, опа. Опа, а, опа, там чел уходим. Что-то достал. Там чел что-то достал. Так, сейчас кого-то пурнут, уйдите. Ай, блин, ребят, я вообще тут путаюсь. Карта тупая, мне не нравится вообще. А ты где? Я сейчас куда-то спрятался, монетки собираю. Я тут с каким-то подписчиком, я вроде бы его уже видел где-то. А кто убийца? Кто убийца? Я без понятия. Я живой пока что. Это походу вот эта черная овца. А где? Я не знаю, она вроде бы за тобой побежала. В смысле за мной? Ты черный, фиолетовый точнее? Да. Ну я не знаю. Ты черный. Ну, фиолетовый, типа. А! Привет! От! Скотина! Давайте последний раунд. Я хочу, блин, что-то. Кого-то убить еще. Что ж такое? Я не ощущаю. Трындец. Опа, опа. Кто убийца? Опа. Я чел написал. Ага, написал, да. Да-да-да, это он, да-да-да. Я буду за одним челом наблюдать. Беленьким и таким. Тихо, черный, уйди. Беленький, уйди. Уйди. Иди сюда. Пошел, нет. Уйди! Фиолетовый должен жить. Подписчик, привет, подписчик! Блин, только не мешай, уйди. Опа. Стой! Гуф! Что-то достал! Кто? Ты! Ага, ну да, я. Не ты, это Стип-Доги, это Стип-Доги, Стип-Доги. Ребята, тихо. Это вот тот? Это другой чел. Так, уйдите, если это не вы. Понял, спасибо. Уйдите. Пришли, иди к нему. Кыш! Не я. Костя нож. А кто? Кого тут это? Я не знаю. Кого тут убивать? Кто? Где? Костя! А кто меня убил? Костя, ну блин, ну... Нафига? Так мы все в грудку так стало, я так и думал, что не работает. А кто убил? А кто был убийца, пацаны? Итак, ребята, всем привет! Сегодня немножко нестандартный ролик. И если вы досмотрели до этого момента, значит вы оценили этот ролик и он вам понравился. И если, ребятушки, вы хотите больше таких роликов, ребят, прожимайте лайкос. Ваша поддержка — это крутая мотивация. Чтобы попасть, ребята, в ролики со мной, ребят, заходите обязательно в Discord, ссылочка будет в описании. Там я очень часто играю с подписчиками. Ну а на этом, ребят, я буду с вами прощаться. С вами был Гуф. Всем пока, ребят. Всем бай-бай.